кроме Кичи, команда заняла 11 место. Это максимальный результат, который можно было выйти за состав, с этими ресурсами, как у Павлоша? Нет, я думаю, что можно. Конечно, можно. Суть не играет. Нет, безусловно, можно было бы существенные потери при нашей нынешней семье. Мы практически децентрально нападающие в этот полос. Пытался закрыть эту позицию. Вас уже сегодня спрашивали про будущее. Какая-то ясность у вас есть? Нет, понимание? Нет, мы же были пройдут несколько дней быстро. А от чего это будет зависеть? То есть, если в клубе будут амбиции или какие-то задачи? Или... После разговора с руководством. Ну, вы допускаете, что можете остаться? Что? Вы допускаете, что останетесь? Естественно.